Губернатор Приморья Олег Кожемяка передал 21 муниципалитету края 49 школьных автобусов, 5 из которых получили коррекционные школы-интернаты сел Гражданка и Ракитная Владивостока и Лесозаводска. Губернатор отметил, что правительство края регулярно проводит обновление школьного автопарка по федеральной программе, принятой по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. За 6 лет было приобретено 254 автобуса. Это комфортабельные автобусы российские производства, которое по федеральной программе получил наш край. Это непосредственно решение президента, которое обусловлено передачей непосредственно муниципалитетам, образовательным учреждениям техники, которая выпускается российскими предприятиями. В целом за 5 лет мы получили 205 таких автобусов, вот, которые пришли в школы, и мы видим постоянное обновление. Для ребят очень важно, с тем, что они обеспечены всем необходимым, они есть и малокомплектные, вот, то есть оборудованы светосигнальным оборудованием, кнопками вызова, системой ГЛОНАСС, поэтому надеюсь, что они будут долго служить, радовать нас. Наша задача, конечно, и глав муниципальных образований подбирать надежных водителей, с тем, чтобы они относились очень бережно к технике, в первую очередь обеспечили безопасность детей. Напомним, ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяка вручил ключи от 16 закупленных по федеральной программе Министерства просвещения России школьных автобусов муниципалитетам края. Кроме того, спортивным учреждениям региона были переданы 30 автобусов белорусского производства.